Привет, мы в аэропорту Киев, и мы провожали моего папу, он улетает на отдых. Ну, не совсем, командировку на отдых. Вот. Да, он летит туда, где плюс 30, в Таиланд. Да. Вот. А мы сейчас едем в центр. Да, будем гулять. Сегодня день Святого Валентина, сейчас очень много подарков. Я решила не упускать такой возможности и походить просто. Да, сегодня день Святого Валентина, но мы с Димой особо его не празднуем, потому что у нас на эти два месяца и так много праздников выпадает. Мой день рождения, потом 9 марта Димин день рождения, 10 у нас годовщина, мы 3 года уже вместе. А, и еще 8 марта я забыла. У нас получается очень накладно дарить столько подарков. А я сейчас шагаю по Киеву один, потому что Катя поехала к подруге, а я сейчас иду встретиться. Мой парикмахер мне позвонил и сказал, что он заболел, блин. А мне нужно срочно постричься, потому что я не хочу стричься в Латвии. Я думаю, там будет дороже. И поэтому я сейчас обзваниваю все соседние здесь по местности салоны. И представляете, везде все записано, везде все занято, капец. Вот, поэтому я сейчас буду что-то где-то искать. Здесь поблизости есть барбершоп Чоп-Чоп. Он, конечно, страшно дорогой. Ну, блин, шикану напоследок в Украине. Представляете, я вот сейчас вспомнил за барбершопы и вспомнил, как я стригся в Барселоне в барбершопе. Там в барбершопах стригут не только мужчины, а и женщины. Вот. И стригут там не только мужчин, а и женщин тоже. Потому что здесь у нас в Киеве, если барбершоп, то это должен быть обязательно мужской. И там стригут только мужчины. Цены в барбершопах и в обычных салонах абсолютно никак не отличаются. То есть вот так. И стригут абсолютно обычные нормальные мастера. Там нет стен, увешанных сертификатами и прочими достижениями. Я тут по дороге забежала к своей подруге. И я продолжаю собирать подарки с дня рождения. Да, сейчас покажу. Первое – это бальзам для губ с ванилькой. Я люблю ванильку. Тарелка. И к ней чашка. Да. А еще это не все. Еще из Yves Rocher гель для душа. Это мылка, а это лосьон. В общем-то все, я и мои подарки. Мы сейчас вдвоем с Катей монтируем влог. А, точнее, Катя делает там картиночки, заставочки к нашему специальному видео, где мы расскажем про Барселону. Вот, да. А я сейчас монтирую наш влог. Всем пока, всем до завтра. Встретимся. Да, с вами прощается наша собачка.